Добрый день, уважаемые друзья! И сегодня я хочу вас познакомить с уникальным препаратом Паударко – кора муравьиного дерева. Для меня лично этот препарат имеет очень большую эффективность. И я очень благодарна этому препарату, что когда-то я решила с помощью него многие проблемы со своим здоровьем, а именно с сибарейным дерматитом. Мало того, он помогает мне очень быстренько справиться с простудными заболеваниями. Ну, об этом я еще расскажу. Итак, почему же называется муравьиное дерево? Паударко. Муравьиное дерево называется так потому, что все полости его ветвей заселены муравьями. Целебные свойства этого растения хорошо известны коренным жителям Мексики и Перу, называющим его божественным деревом. Его кора является природным антибиотиком, используемым в народной медицине при многих недомоганиях инфекционного характера. Натуральный продукт кора муравьиного дерева, произведенный из внутреннего слоя коры этого дерева, оказывает антибактериальное, противовирусное и противовоспалительное действие. Обладает также иммуностимулирующим эффектом. Правда-правда. Лопохол – основное вещество коры, благодаря которому оно оказывает антибактериальное действие, находится во внутреннем слое коры и предотвращает рост и размножение грамоположительных, такие как стафилококки, стрептококки и грамоотрицательных бруцеллы микроорганизмов. Противовирусная активность коры обусловлена способностью лопохола тормозить производство ферментов, без которых не может происходить размножение вирусов. Кора муравьиного дерева активна против вирусов гриппа, герпеса, ОРВИ и других. Противогрибковые свойства связаны с наличием в коре ксилодина, который в совокупности с лопохолом угнетает рост многих видов грибков, в том числе и вагинальных, кандида, трихофитон. Даже древесина муравьиного дерева чрезвычайно устойчива к воздействию различных грибков. На стволе муравьиного дерева никогда не растут грибы. Противопаразитарные действия коры муравьиного дерева выражаются в способности ингибировать размножение и развитие внутриклеточных паразитов, предотвращает инвазии патогенных простейших, создавая неблагоприятную среду для паразитов-приспособленцев, входит в антипаразитарные программы фитотерапии. Итак, друзья мои, я всем советую употреблять этот замечательный продукт Паударко, кора муравьиного дерева, как только вы начинаете заболевать или чувствуете первые симптомы какого-то вирусного заболевания. Кора муравьиного дерева оказывает положительное действие при респираторных заболеваниях, воспалительных процессах, различной локализации, комплексной терапии заболеваний мочеполовой системы, грибковых заболеваниях и гнойничковых поражениях кожи. Используйте кору муравьиного дерева на начальных стадиях простудных заболеваний, и вот вы увидите, что за 1-2 дня вы полностью избавитесь от наступающей болезни. По вопросам дозировки, употребления и приобретения продукта пишите мне по адресу, указанному внизу этого ролика. Благодарю за внимание. Будьте здоровы!